Хочу вам показать и рассказать про одно изобретение, которое придумал не я, но я просто его усовершенствовал. Нашел недостатки и сделал по-своему. Вот смотрите, вот тут такая как бы таким. Вот смотрите, вот тут этот называется такой стержень, который тут резинка ставится, да? Вот такая как здесь, вот, да? Ставится резинка, и, допустим, когда спусковой механизм срабатывает, вот это туда, вот эти пики, они пронзают самого крота. Пронзают. Ну, вот такое приспособление. По боках вот эти его штуки, они входят в землю, сразу фиксируют саму кротоловку. Вот. Ну, еще хочу еще что сказать. Вот это рычаг, да, я сделал по-другому. Он в интернете там все показывают, он идет прямо, типа такой с полоски такой металлической. Тут приваривается там под определенным углом. Вот. И можно ее повернуть только влево-вправо, потому что так ты полоску не погнешь. Вот. Я сделал ее просто из нержавеющего электрода. Вот. Его можно подогнать как хочешь, и влево, и вправо, и так, короче, видите, как он изогнут. И на этой тоже. Вот как бы. И из-за этого как бы, ну, мне лучше понравилось. И вот я даже сделал, чтобы он можно снимать его можно было. Вот откручиваешь эту барашку такую, да, снимаешь при удобстве. Чтобы было удобнее, когда вроде крот поймался, механизм сработал, ты эту сложечку снимаешь, как бы, вот. И потом немножко отгребаешь землю, смотришь, крот попался или не попался. Допустим, вот механизм был опущен, да. Ложечку откинул, все такое, вот это, да, вот эту ложечку, спусковой механизм. Ты просто, ага, она тебе мешает, ты просто раз откинул, да, и посмотри, ага, крот есть, он живой или не живой, вот, и еще такой механизм, как бы, спусковой, вот, как бы, тут я сделал, тоже по-другому сделал, с обеих сторон вот зафиксировал такие штифты, вот, и, как бы, вот это, короче, фиксация происходит немножко более равномерно, потому что в этой картоловке как бы вот тут штиф в сторону стоит, да, один, и давит на нее резинка, и когда аж выворачивает, как бы тоже немножко переделал. Вот. А в принципе как бы все в интернете есть, можно посмотреть и сделать самостоятельно. Было бы хороший сварочный аппарат и как бы фантазия, там должны размеры быть. Вот. Так что вот такое небольшое видео. Я поставил кротоловку. И вот идем ее смотреть. Я вот подхожу сюда к ней, вижу, что она сработала. Вот такая система. Вот видите? Вот. Тут эта резинка такая, это все натягивается, устанавливается такой спусковой механизм, вот такой рычаг, вот устанавливается, да, когда крот там поднимает этот рычаг, чик, это срабатывает, и это вот такая стержень такой, да, тут внизу вот тут 4 таких штыря, и они пронзают самого вредителя, короче. Вот, и сейчас я хочу вам показать, раскопать, вернее, и посмотреть, что там есть. Так, откручиваем этот рычаг, чтобы он нам не мешал. Так, вот, мы ее положим в стороночку здесь, да? Все. И сейчас будем раскапывать. Неудобно копать, конечно. Попробуем как-то раскопать. Вот смотрите, вот что-то показывается уже. Он тут меня под речкой немножко портил посадки этих, ну,
тыкву. И вот смотрите, вот он, видите, вот. Все, поднимаем этот рычаг. Я поднимаю этот рычаг. И как бы снимаю резинку. Снимаю резинку вот эту. И поднимаю рычаг. Все. О, видите, крут. Видите, крут. Взяла. О. Вот такая картоловка.